Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». 24 января 2018 года у Дмитрия и Елены Маликовых родился сыночек Марк. Пара не скрывала, что мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери. При этом поклонники были удивлены не этим, а самим фактом появления крохи. Ведь до этого звезды никому не рассказывали о своих планах. Сейчас семья Маликовых считается одной из самых счастливых в российском шоу-бизнесе. Они любят друг друга почти 30 лет и никогда не расставались. Долгие годы единственным их общим ребенком была красавица Стефания. Она была окружена любовью и вниманием родных. И вот когда девочка выросла, звезды решились на такой ответственный шаг. Цитата: «Я абсолютно счастлив», – признался тогда Дмитрий. Когда родители сообщили старшей дочери о желании завести еще одного ребенка, для нее это тоже стало полной неожиданностью. Сейчас пара частенько радует поклонников новыми снимками мальчика. Неудивительно, вся семья в нем души не чает. Уже с 2 лет он начал ходить в балетную школу. Видимо, родители растят из него артиста. А как вам кажется, на кого больше похож Марк? На маму или на папу? Пишите в комментариях. Если вам нравится эта прекрасная семья, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!